Меморандум, на самом деле, это документ, в котором четко все изложено. В нем сказано, что мы находим компромиссы или не находим. Ну вот на этапе переговоров в областном совете не нашли. Городской совет то находим, то не находим. То есть вы видите, что, еще раз, за секретаря они подписались. Даже некоторые члены этой партии проголосовали против пастуха, что для меня очень важно. А в целом, ну, мне очень сложно, я не отвечаю за эту партию, за эту фракцию. То есть им нужно просто определиться. Когда мы распределяли комиссии, я имею в виду продемократическое большинство, мы к этому отнеслись, к процессу ответственно, ответственно с политической точки зрения, и мы без исключения всем фракциям, всех, кого избирал херсонский избиратель, мы всем дали комиссии. Причем очень значимо, очень важно. Смотрите, даже наш край получил комиссию, даже ОПА-блок получил комиссию. Поэтому в данном случае и партия Лешка получила комиссию транспортную, уважаемую, то есть и они ее формируют.